Сегодня на Волжской набережной у памятника первому воеводе Самары Григорию Засекину собрались сотни местных жителей и первые лица региона. Здесь прошла торжественная церемония возложения цветов. Губернатор Дмитрий Азаров поздравил всех горожан с праздником. Я хочу пожелать новых успехов и побед нашему великому городу. Я хочу пожелать всем нам бережного сохранения истории нашего города. И, конечно же, в этот год мы просто обязаны еще раз вспомнить великие годы Отечественной войны. Присоединилась к поздравлениям и глава Самары Елена Лапушкина. Поздравляю вас всех с днем рождения любимого города. Мы с вами живем и трудимся по-настоящему в удивительном городе. Городе с богатейшей историей, с очень динамичным настоящим и убеждена, что со светлым будущим. Низкий поклон всем нашим ветеранам, которые заслужили славу нашему городу. И я убеждена, что мы и наши потомки будем достойны вас. Я хочу всем нам пожелать, конечно, развития, конечно, здоровья, конечно, процветанию нашему городу и всем его жителям. Друзья, с праздником вас, с днем любимой Самары! Сегодня в День города известные художники презентуют свои муралы. Музеи будут работать бесплатно, а в историческом центре пройдут музыкальные концерты и яркие арт-перформансы. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События.